написал что книгу не похожий поэт, о трех поэтах со советских времен. Там есть слова поэт Бориса Корнилова, которого я очень люблю, который там нижегородец, который жил, служил этой советской власти, как верный идет, писал удивительные стихи за стихотворение «Елка», которые лирические стихи и ничего, собственно, собой не проявляющие, ну, взяли и грохнули, его взяли, расстреляли. Ну, он где-то однажды забучковал сигарету у швейцара, ну, за это назвали сразу фашистом, а потом еще Алексей Николаевич Толстой пришел со своей новой любовницей балериной, пришел на открытие Дома литераторов в Ленинграде, и пьяный Корнилов подошел, махнул палец в чернильницу, и на голой спине написал слово из трех букв. Я вернулся Толстой, вернулся в балерину, стоит. Я все описываю, весь этот безумный просто процесс и карнавал убийства ни в чем не повинного человека. Да? И любой человек, который прочитал письмо товарищу Сталину, может быть, он прочитал бы еще этот текст, когда-то сложил бы свое сознание посложнее. Да? Посложнее. Потому что она, конечно, сложная, и может быть, у них есть какие-то простые ответы на все, но я в это не верю. То есть я не верю в гуманизм своих оппонентов. Они какие-то вещи, связанные, я вот не буду называть имя, вот там, когда начиналась война в Ираке, вот одного здесь спросили, вот как вот к этому относится? Он говорит, это, наверное, это очень плохо, но пускай это быстрее закончится. И там в итоге там рухнули миллион человек, но он живет в этом мире, что ну, там вот так вот есть, но Сталин это плохо. Вот там убили миллион человек, но Сталин плохо. Я не умею так ни к чему относиться, понимаешь, я не могу так ни к чему относиться. Я знаю стихотворение Эдуарда Ильича Лимонова «СССР, наш древний Рим». Я так к этому отношусь. Вот древний Рим, где львами травились первых христиан, да? Где совершались великие воинские победы, где развивались искусства, где творилось немыслимое зверство, где был лирический строй. Давай мы придумаем к этому какое-то одно определенное отношение. Я так напишу письмо о древних